И я взял на себя такую ответственность, как написание книги, которая называется «Армянская мечта». Я ее написал для армян, поэтому я переехал в Армению для того, чтобы эту книгу дописать в самой Армении и представить армянскому народу. Армянская мечта по аналогии с американской мечтой, так сказать? Нет, она не имеет никаких аналогий. Суть просто в том, что армянский народ, он должен восстановить свою мечту. Эта мечта была у армян. По каким-то причинам, зависящим от нас, независящим от нас, мы эту мечту утратили. И где-то с 387 года, после раздела Армении между Византией и Ираном, до настоящего момента мы так и не восстановили армянскую мечту. Поэтому сейчас я взял на себя ответственность сформулировать эту мечту. Если армянский народ не мечтает и не имеет армянскую мечту, то он будет служить турецкой мечте, русской мечте, иранской мечте, американской мечте –